Привет. Вот камера у меня. 7 дней на проверку у нее. И год гарантии. Зашлифированная. Тридцать с лишним тысяч. Я думала, это бумажка внутри под следой. А она как-то отрывается вместе с следой. Это она, Osmo Pocket 2. DJI Pocket 2. Как я вскрыть-то? По применению. Наклейка или что-то такое. Держай. А вот здесь вот начинается на русском. Краска инструкция. Что можно, что нельзя.
до меня, если сможешь. Да, еще меньше, чем кажется. Нельзя. Мешок. Проводок. Такая
плотный чехольчик. Ты их достанешь. Вот это вынимается. А камера нет. Кире написано, когда юзаете в первый раз, то надо его соединить с приложением на смартфоне. У нас это подобный Samsung с этим. Вот, коннектится скоро. И как бы с приложением DJI Mimo. Тут стикер. Можно потом защитное стекло, видела на них, кстати. Здесь вот стикер показывает, что это кнопка включения. И вот с экрана тоже стикер надо тестировала ее на вставляемость без вас. Включается она. Ну и выбираем English. Питается от телефона, кстати. Либо телефон от нее. У нас слегка грешноватый Samsung. И по идее тут должно сразу запуститься это приложение.
Окей. Как соединить, есть отдельное видео. Я в интернете видела, так что я думаю, если интересно, ну, вы можете найти, можете я ссылку на него оставлю в описании.